Так, добавил поддержку выбора диска. У нас сейчас на А. Что? У нас на Power Up тест. Так, переключаемся на D. Смотрим, какие у нас образы. Ну вот возьмем, допустим, здесь 2R. Так, подключили диска. Теперь выбираем Дизи 2R. Вот. Теперь смотрим, что у нас в дисководе. Дисководе, а диск Дизи. Можно запустить. Загрузился.